На конкурс. Дети читают стихи. Лихачева Виктория, 16 лет. Вначале я не понимала и не любила Маяковского. И только потом, прочитав его ранние произведения, открыла для себя совершенно другого поэта. Не окаменевшего классика, а живого человека с его болью и одиночеством. Владимир Маяковский. Хорошее отношение к лошадям. Били копыта, пели будто. Гриб, грабь, гроб, груб. Ветром обито, дом обуто. Улица скользила. Лошадь на круг грохнулась, и сразу за зевакой зевака штаны, пришедшие кузнецким к Лёше, сгрудились. Смех зазвенел, зазвякал. Лошадь упала! Упала лошадь! Смеялся Кузнецкий. Лишь один я голос свой не вмешивал вой ему. Подошел и вижу глаза лошадиные. Улица опрокинулась, течет по-своему. Подошел и вижу, за каплище-каплище по морде катится, прячется в шерсти. И какая-то общая звериная тоска плеча вылилась из меня и расплылась в шелесте. Лошадь, не надо. Лошадь, послушайте. Чего вы думаете, что вы их лоше? Деточка, все мы немного лошади. Каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, старая и не нуждалась в няньке? Может, мысли моя, казалось, пошла, только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала рыжий ребенок, пришла веселая, стала в стойло, и все ей казалось, она жеребенок. И стоило жить, и работать стоило.